как ему понравилось. Таких огромных не получили, как вы ожидали. Какую красоту я видела на своей лошади. Счастливы я тоже. Привет, мои дорогие друзья. Что-то памятью с моей стало. Друзья мои, мы все теряем в квартире. У нас как будто барабашки. И пропадает то одно, то второе, то третье. Сегодня мой муж принес комбайн, и мы потеряли уже деталь. Так, смотрите, сегодня я решила приготовить лекарство от геморроя для моей свекрови. Это лекарство состоит из прополиса. Его нужно было блендер перетереть, перемолоть. Но у нас блендер испортился, и вот муж мой пошел, принес вот такой блендер. Он дешевый. Я, конечно, поругала его, потому что он принял инициативу в свои руки и посоветовался лучше купить по отдельности миксер, по отдельности блендер, и будет лучше. Но все-таки, что принес, то принес. Он около 800 лир стоит, гарантия есть. Ну, посмотрю, как он работает. Вот так вот он выглядит, чаппер, микс мега. И в чем дело-то, я сейчас вам скажу. Вот смотрите, здесь три насадки есть. Я решила морковь попробовать. И тут такая есть специальная пластмассовая, черная. Я ее потеряла. Перемолола, на детей отвлеклась, и все. Там помню, там не помню. Сейчас я все готовлю. Борщ буду варить моим детям. Хотела как-то себе облегчить. И все пропало у нас. Это кто пришел к нам? Хозяюшка моя пришла, турецкая хозяюшка. А ну показывай, что ты там купила, лапуся ты моя. Друзья мои, кстати, вы знаете, что оказывается... Подожди, доченька. Оказывается, внутри была вся эта черная, я ее искала. Господи, у меня вообще что-то не в порядке уже с мозгами. Сейчас я, короче говоря, поставлю это сюда и буду... готовить. Обзор. Да? Сейчас, минуту, моя принцесса. Обзор, что мы купили. Здравствуйте. Здравствуйте. Кран. Опять кран купили? Это Ашкимсом. Сколько кранов рамбовия? Рамбовия. Молоко. Ирму еще никак не расчешу. Пакет. Это ничего? Как ничего? Арбуз. Я сама арбуз вытащу, если тяжелый. Арбуз купили? Две маленьких. Да ты что? Огурцы домашние. Огурцы домашние. Ну, открывай, показывай. Показывай огурцы домашние. Мельца все огурцы. Мари сделала такую косичку, смотрите, красивую. А до Ирвы пока не дошло. Так, не спешите, Мари покажет все, детки мои. Выйдите телевизор, смотрите. Ну, им тоже интересно здесь. Ашким какой. А ну свет включи, чтобы вот видно. Такие вот домашние. Это кабучки, бабуля, а не домашние огурцы. Ты помнишь его домашние огурцы? Ой, да. Да, кабачки, да. Дальше. Да подождите, я сама. Я вот... Три йогурта. Две для девочки. Одну и для... один для мальчика. Угу. Несквик. Еще Несквик взяли. Вы туда были в магазине, да? Да. Там арбуза не было. Это подставка для телефона. Он сам купил. Это я не знаю, что такое. Сыр. А, да, сыр. Сыр купил? Какой огромный, не могу достать. Это масло. А, он сказал сыр. А сыр? Сыра мы не купили. Молодая картошка. Угу, вот это сейчас борщ, чистить борщ будем готовить. А потом два арбуза и ты же любишь чистить. Два кабана. И все? И все? Нет, ты еще не все. Это что за два кабана? А, ну два, оставь два арбуза. Окей. Вот что. Я ему сказала принести 200 грамм домашнего масла, он принес такое. Деревенское, я думала. Не нашли? Нашли. Ну хорошо, короче говоря, мы будем делать торт сегодня. Торт? А зачем? Вы не хотите торт, который кушали у тети Вали дома, дядя Айкута? Хочу. А это делается с несквика? Нет, у меня там есть эти пряники, из них сделаем, очень вкусно. А фрукты где? Фрукты почему не взяли? Фрукты? Там не было фруктов.
Не было черешни, ничего не было, шифтали? Ничего, там несколько не пришли, очень мало там людей было. А, после байрама. Окей, будем есть арбуз. Субботний вечер. Вечером решили все-таки погулять после сытного ужина. Надела свой сарафанчик, который пошила. Ух, как хорошо мне в нем. Всем приятного вечера, мои дорогие зрители. Иди сюда, Ирмочка. Мороженое. Посмотри, угу. Бабуля им косички заплела. Набегались, напрыгались наши дети, наигрались в баскетбол. С Андрочкой встретились. Ты набегалась? Сейчас я с Ирмочкой должна бегать. Ирмочке дай. Вот так они дерутся. Тыкнели. Балок съел. Рыбаки. Днем, конечно, здесь красивее. Мари! Доброе утро! Всем доброе утро! Очень-очень доброе утро! Скажи, бабуля, мои внукчата кушают кашку, как они любят. Вам нравится кашка? Да. А какая кашка? Макароновая. Из вермишельки, да? Да. Ой, сейчас Ашка, ему тоже два яичка сварили. Сейчас будет он умываться, и мы идем куда? На море! На море идут мои детки. Если будет очень чистое море, я буду там целый час, два часа. Я обожаю море. Да, кушайте. А я варю компотик с персика, с яблочка. Ну, в общем, мы все такие сделали йогу с детками. И все я не делах. Ты не делал, да, бабуля. А Деми, посмотрите, какой. Он переоделся. Деми, какой мальчик у меня, вы не представляете. Слушает с первого раза. Ашкем его поведет в понедельник подстригаться и сам подстрижется. И оделся. И сейчас пойдемте, я вам покажу постель его. Кроватку застелил. Посмотрите, какое дитё. Убрал игрушки. Я просто, посмотрите, какой мальчик у нас. Застелил кроватку. Ну, какой у меня сыночек. Мой сыночек маленький. А бабуля, вон, видите, еще не убралась. Посмотрите, девочки. Постельку застелил, игрушки все собрал. А вашу комнату показать? Не, не надо. Вот. Надо. Так что? Не так надо, что? Я спала. Вам урок. Быстренько после еды. После завтрака бежим в комнату и все расставляем на свои места. Знаете, мне приснилось, что я была на море, и там все море было переполнено большими медузами. Ну все, давайте, приятного аппетита, пошли готовить. Мы находимся на пляже, платном пляже. Взяли два лежака с зонтиком. Море здесь грязное тоже. Дети говорят, мы же деньги заплатили, почему море грязное? Сделали выводы, что здесь нужно с утра приходить или ездить подальше от города. В такое время 12 часов. Но я, пекло такое и море грязное везде. Я детям одела майки, они там купаются у меня. И минус еще в том, что я одна здесь в купальнике. Все видите, в каком виде. Немножко мой муж переживает за это. Говорит, черт, надо сверху одеть тебе. Ну, взяла на заметку, что делать. Правильно, он прав. Внимание к себе привлекать не стоит. Поэтому я сижу в основном возле него. Все счастливы, я тоже. Ашкем никак не зайдет в наш море. Вся дела супер, бабуля. Сейчас мы планируем
прийти домой. Ой, пакеты какие-то здесь. Планируем прийти домой и сделать тортик, приготовить из печенья. Борщ у меня есть. Боже мой, сколько пакетов. Борщ есть. Котлеты есть. Что-нибудь приготовлю еще. И будет тортик. Вот так я провожу время со своими детьми. Сегодня, думаю, пускай они накупаются, а потом уже буду заниматься своими делами активно. Шить надо платьица моим внукам и шортики. Такие у меня планы. Ну, естественно, бизнес. Приглашаю вас в мой бизнес. 6 месяцев осталось до старта метавселенной запуска. Приходите! Наконец-то стали уже убирать пляж. Действительно грязный. Но люди такие какие-то безответственные. Вот все, что кушают, оставляют, да? Нельзя так, нельзя. В Грузии в этом плюс. Огромный плюс. Потому что бычок нельзя выбросить. Бычок нельзя выбросить, куда попало. Так чисто. А здесь вот люди убирают. Ну, поели, покушали, посмотрите, все бросают. Они думают, наверное, 30 лир заплатили, и все им можно. Возможно, для них нельзя, нет. Дети накупались. Вот этот дедулька никак не уйдет с поля зрения. Такой разговорчивый, ко всем подходит, разговаривает. И не боится, да? Такое солнце пек на солнце. Здоровый дедуля. Ашкин там плавает с детками. Я наконец-то спокойно расслабилась, лежу, кайфую. Вот это отпуск, вот это лето у меня благодаря моим внукам. Сейчас бы я сидела дома, сидела бы, работала или шила, или еще что-нибудь делала. Ну, воскресенье можно себе позволить, да, мои дорогие зрители? Сейчас уже и женщины вроде появились, и девушки в бикини, но в основном все в шортах. Мой муж говорит, я тебе куплю шорты. Я говорю, пожалуйста, я с удовольствием одену. Есть такие места, в которых желательно все одевать. Вот видите, женщина идет, все полностью одета. Собачка здесь, собачка. Так время проходит с детьми, что я в 10 часов уже отключенная. Их надо несколько раз помыть, накормить, убрать. Ну и у меня столько стирки собралось, глажки. Стирки нет, глажки. А я уже, знаете, приучилась так складывать и не гладить ничего. Ну а все, кто видит, господи. Немножко себе облегчила. А то моя мама все гладит, им и дочка все переглаживает, а я такая бабуля, лентяйка. Не то, что лентяйка, времени не хватает, да? Дома это никто не видит, а моя мама вот прямо к этому и маечке, и трусики все переглаживает. Сейчас, знаете, такая ностальгия пришла, соскучилась я по ним, они отдыхают. Дочка до сих пор в Боржоми, будет до конца июля там. Дети подышат с такой вот полезным воздухом. Это же в горах, елки, поэтому хорошо. Готовлю заварной крем для торта с печеньем. Мы попробовали в Алюше, нам очень понравился. Тем более не надо ни печь, ни включать духовку, не возиться много. Для заварного крема понадобится 2 яйца, 100 грамм сахара, я сделаю чуть больше, ванильный сахар, затем 40 грамм муки и 40 грамм кукурузного крахмала. И вот сейчас литр молока при постоянном помешивании довожу до кипения.
А здесь кто пришел? Моя загоревшая девочка. Я их всех помыла, помазала кремом, лекарства дала. Я буду помогать тебе. Да, будешь помогать. И вот вторая пришла. Краснощекие такие мои девочки. Бабуля кремом помазала их. Осторожно, будьте в Турции, очень опасное солнце. Да, еще хорошо, что я маечки одела, только ручки вот с локтя. Вот, скажите, как я покраснела. А Ирмочки ножки забыли. Даже и болячка немножко ушла. Угу. Все, смотрите, как оно густеет прямо на глазах. Я тоже хочу. Это крем, это горячее не зё. Ирмочка, убери ручку. Нет, не холодно. Я их накормила борщом. Все, борщ нам на один день хватит. Ну, надо как-то готовить, чтобы не каждый день, да? Угу. Вот это мне очень спасает. А сейчас вечером будут антуни делать. А как ты это делаешь? Из курицы. Ну да, вот уже почти готово. И сколько там? 50 грамм масла сливочного. И все перемешать. Крем готов. Делаем лекарство для ашима мамы. Лекарство от геморроя. Готовлю для свекрови. Любимой свекровушки. Папа должен завтра прийти. Папуль, зачем ты положила сюда? А что там? Там же два слоя. Сейчас мы это уберем. До утра буду готовить, пока крем у меня. Что мне сделать для любимой свекрови? Вот такие вот морозилку. И потом они, знаете куда? И здесь две штуки, Мари. Я же сказала, вот этих две штуки. Мария мне помогает. Вот целлофан раскладываю я, вот эти. Вот чем мы занимаемся с внучечкой. Только что пришли. Не только что, уже давно пришли. Уже вас бабуля накормила, сейчас тортик будет делать с внучатами своими. Я как-то крем этот попробовала. Это лекарство из прополиса и сливочного масла деревенского. У нас деревенского не было, мы какое были в маркете. Купили, так как папа скоро приедет в понедельник, и срочно нужно лекарство. Даже мой муж по этому случаю купил блендер. Вон, Мари, покажи блендер. Вот такой вот блендер. Две. Чтобы перемолоть прополис. Кстати, прополис такой дефицитный. Мы были в Батуми. Мы не нашли его. Вот такой вот. W. Никак. Эти видео, которые вы видели в предыдущих, Марины, я смотрю, у меня в телефоне она сняла, и поэтому добавила. Вы же любите смотреть мою внучечку. Выключай, бабуля. Бабуля правду говорит. Вот и как мы делаем торт. И вот такой у нас торт получается. Первый слой. Второй слой сделали шоколадным печеньем. Да. Сейчас я объясню, это как мы сделали. Начали это печенье. На такой доске надо положить два слоя. Это бабуля сделала на доске, нету формы у бабули. Так, сейчас крем. Раз. Давай. Да. Бабуля все придумает. Все придумает. Потом... Форму хотели сегодня купить, но не было в Юзбире вообще. Магазины же не все открытые. Так что вот как-то получается так. Раз. Вот потом, как вы умеете крем сделать. У нас шоколадный такой торт. Ну сколько нам это обошлось? Это печенье... Наверное, 60 или 70. 65 лир и 50 центов, то есть. Все равно дешевле, чем готовый торт, да, и не надо возиться. Зачем вообще торты и покупать, когда масло, можно домашний торт сделать? Угу. Не понимаю, почему так делают. Это, если что, мне на сегодняшний день. А теперь белая. Я вам сейчас объясню, кто умеет делать крем вот такой вот, тот и делайте, обязательно. Вот такой берем торт, подожди, вот такой берем печенье, разлаживаем двое слоев. У тебя? Так, сейчас бабуля кладет. Потом, когда это все намажем наверх, потом берем черный и вот так продолжаем.
А после этого я вам покажу продолжение. Надо ровненько. Потом намажем шоколадом, горячим шоколадом. И что-то готовить зеленое, баклавовый. Вот туда надо посыпать. Короче, друзья мои, такой у нас красивый вышел. Обалдеть. Я даже, у меня нет слов, что сказать. Обалдеть. Вы что, не остались? А, посмотрите, какой у нас вышел. Красивый пирог. Торт. Ну прям, кто от этого может уйти? Сверху шоколад растопила. Да. Сейчас мы его спрячем в холодильник. Да. Чтоб он... До полного остывания. Какая красота была. Все, сейчас будем делать тантуни мы. Какой тантуни? Тантуни. От стирки к уборке. Вся в делах.